что помочь приглашается Шавардон Шарил Бадар. Да, все равно заряжается. Весь готов к тому, что приглашается в Бухарев Савелий.
штангу готовится бойцовое усиление. Два к одному верх защитом закончился результат. Сняк Ольга! Закончился результатом 242,5. На штанге 130. На штангу 130. Вес 5. Закончил. Защита. 135 на штангу. Готовится Кристина Добря. Отлично, везет. Мы переходим ко второй попытке. Вес взят. Установить на штангу 100 кг для Мартина. На штанге высота стоек 3. Готовится Самохвалов Никита. Вес. Вес. На первом помосте двухминутная. Лес взят. К сожалению, попытка. 100 кг на штанге. Вес готов. На помост приглашается Галина Савина. Вес. Отличная вес защита. Установить на штангу 67,5 килограмм. Готовится Галина Савина. Вес взят. Чермен. Вес готов. На помост приглашается Светлана Полетай. Готов. На помост приглашается Мартина Виктория. Отличная версия. Килограмма на старту. Готовится Анастасия. 127,5 килограмм. Высота первая. На помост приглашается Карпов Евгений. 75, четвертая высота. Готовится Панасия Калина. На помост приглашается Николаев Александр. Thank you.
Отличная вес защита. Вес взят. Вес готов, на помост приглашается Нечаев Евгений. Вес взят. Тот же вес, вторая высота, готовится Светлана Валецкая. Полос Николай. На вас приглашается Татьяна Волкова. К сожалению, попытка. На этом наши соревнования по жиму лежа заканчиваются. Соревнования на втором помосте сегодня заканчиваются. Судьи и ассистенты, всем спасибо. К сожалению, попытка. На помост приглашается Людмила Докучаева. Отлично, вес взят. 72,5, третья высота готова. На вас приглашается Светлана Валетаева. К сожалению, попытка неудачная. 180, высота. Готовится Алина Панасенко. А два к одному. Вес 50. Вес взят. К сожалению, неудача.